Хочу показать, как я буду жарить рыбу. Это филе трески. И я постараюсь сделать такие рыбные пальчики. Я разрежу на такие продолговатые кусочки и покажу, как я буду ее жарить. Филе я порезала вот такими кусочками. Посмотрите, какое белое, белоснежное филе трески. Панируем. Самый первый слой панировки — это будет мука. Вот каждый кусочек мы обваляем в муке. Ну вот так мы обваляли наше филе. И второй слой панировки — это будет во взбитом яйце. Ну вот так мы примерно так. Каждый кусочек вот так вот. И затем другая панировка у нас будет сухари. Ну вот такая рыба получилась в панировке. И сейчас я буду жарить. Жарить буду вот на таком кокосовом масле холодного отжима. Ну вот, кусочки я разложила на сковородке и буду жарить свое филе. Я уже перевернула. Смотрите. Аромат идет такой от кокосового масла. Я не могу вам просто это описать. Так, гарниру я использую помидор. И с помидорами я использую вот такой вот фитнес-салат. Здесь, кажется, салат айсберг, рукола. Ну, мне кажется, должно быть вкусно. Сейчас я на тарелку уложу салат. Я его помыла. Вот. Затем я вот буду так укладывать помидорчики. Ну вот. Так я уложила помидорчики, и все это мы должны посолить. Салат мы посолили, и вот так выглядит наше филе. И я еще люблю добавлять вот такой соус. Этот соус с морковкой, с паприкой. Ну, положим, пожалуй, вот сюда. И вот наше блюдо готово. Посмотрите. Вот сейчас попробую. И курочка хрустит. Ой. Посмотрите, какое белое филе получилось. Видите? Обалденно вкусно. И, кстати, очень-очень сочная. Сочная рыба. Вот именно в такой панировке рыба получается очень сочная. Первая панировка — мука, затем идет яйцо взбитое и третий слой — сухари. Можно сухари смешать с мукой.